Міхкель Мельтанг. На клавішних інструментах Раун Юрікас. І самая сложная фамилия, лидер бенда Олег Писаренко. Вот коктейль сегодня дал возможность мне с Олегом познакомиться лично. Мы были в Бремене на Jazz Head, и так получилось, что уже 4 дня не встретились. Но спасибо нашему земляку Коле Богайчуку, который передал диск Олега, и не с моей помощью. И спасибо Саше Ерченко и ребятам из Коктебеля, которые пригласили их на Волошинскую сцену. Я желаю Олегу и его партнерам хорошего выступления. Я желаю вам приятной музыки от Олег Писаренко Band, Эстония. Большое спасибо, Алексей, за такое представление. И добрый вечер, дорогие друзья. Это большая честь быть здесь. И как Алексей сказал, что с украинской фамилией, на самом деле, приоткрою еще один секрет. Оба моих деда украинцы. Чистые, да. Но на Украине, как понимаете, лично первый раз. Первый раз на Украине. И для меня это, конечно, очень особое чувство, как я думаю, вы понимаете. Но сегодня мы представим программу, которая называется «Who are you?», то есть «Кто ты?». «Кто ты?». И пластинка с этим названием, она выйдет скоро и на московском лейбле «Artbeat». И сейчас, но сегодня мы представляем пластинку, которая вышла именно в Эстонии, и она была принята очень неплохо и критиками, и публикой, и мы очень надеемся, что и вам понравится. Но вот опять-таки первый раз на Украине, и я думаю, вот бывает так, что приходит время, верное время, когда что-то, надо как-то наступить какой-то, сделать какой-то шаг. И вот это время сейчас, мне кажется, оно верное именно для такой музыки, мне так кажется, субъективно. И